Всем привет! Сегодня я вас познакомлю с луком Кризис карбоновым производства Китая. Не все лучники у нас сегодня могут позволить себе несколько луков отдельно для таргета, для 3D, для охоты. И мы сегодня попробуем рассмотреть этот лук как универсальный. Начнем мы с вами с зала, потом продолжим на улице и, надеюсь, на охоте. Лук заявлен как 65-фунтовый. Посмотрим, что нам покажет фунтомер. Лук мы затянули до конца. $67 и 23,6 на удержание, соответственно. Итак, спортивный обвес мы установили. Лук отпустили на 3 оборота. Теперь у нас 56,5 фунтов и 21 на удержание. Итак, установили мы с вами спортивный прицел HHA Optimizer, лаунчерную полку Trophy Tucker, дисконнект 8 градусов и два байтерских стабилизатора 33 дюйма вперед и 12 назад. Сейчас попробуем, что из этого вышло. Посмотрим, что у нас получилось. Вполне неплохо для охотничьего лука. Габаритный, но 10-10-9. Неплохо для охотничьего лука.
Эта серия тоже 10-10-9. Итак, испытания в тире у нас закончились. Настреляли мы с вами 560 очков. Отсюда делаем вывод. Лук пригоден для использования лучниками начинающими и среднего уровня для выполнения норматива кандидат мастера спорта включительно. Следующие наши испытания пройдут на природе, поэтому ждем морозов и до новой встречи. До свидания.